который тем более ПКБ не собирает. Именно столько спартанцев нужно, чтобы вогнать Персию в тильт 4 раза. Спасибо! Спасибо за 1200. Кстати, 30 спартанцев, ну именно первая часть, не вторая. Один из самых моих любимых фильмов. Вторая часть была охуенная, 300. В плане того, что там Ева Грин, но во всем остальном она была так себе. То есть, вторую часть 300 имеет смотреть смысл только ради Евы Грин. Потому что Ева Грин просто, ну, блядь, почти в каждом фильме или сериале охуенная. Короче, во второй части 300 просто, не знаю, 10 Ев Грин из 10. Но во всем остальном фильм, не знаю, на пятерочку. То есть средненький. Так-то фильм средненький. Но 10 Ев Грин из 10. Это факт. А первая часть, которая с Батлером, она шедевр. Первая часть эпик. Именно сам фильм, в общем.